Привет, друзья! Работу вертолета РЭП-Ми-8 МТПР-1 станция активных помех рычаг АВ показала Минобороны России. Станция помех рычаг АВ полностью ослепляет противника в радиусе нескольких сотен километров. Система рычаг укомплектована базой данных, в которой сохраняется информация о военной технике многих армий мира. Станция подбирает под каждую цель наиболее эффективные помехи и может обеспечивать радиоэлектронное подавление одновременно сразу нескольких целей. В условиях помех ЗРК противника, а также его самолеты, лишаются возможности обнаруживать цели и наводить на них ракеты. Мощность излучения станции очень высокая, поэтому кабина экипажа защищена от него специальной сеткой. Стоимость вертолета Ми-8 МТПР-1 около 600 миллионов рублей. Точные данные системы рычаг АВ засекречены. Более подробно о работе системы далее в интервью пилоту. На базе вертолета Ми-8 МТПР, да, система рычаг, так называемая, находится внутри вертолета. У нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций, которые есть на сопредельной территории, как аналоговые иностранных государств, так и бывшие наши советское наследие. Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по вражеским объектам противника. При любой погоде поднимаемся на высоты, нас противник не замечает, не видит, мы подавляем его средства ПВО, тем самым обеспечивая проход и действия наших. Мы зачастую не можем судить о качестве нашей работы, знаем только, что если самолеты вернулись, то значит наша работа выполнена правильно, наша работа была эффективной. Роль радиоэлектронной борьбы невозможно переоценить.